Всем привет! Сегодня у нас в выпуске метание шайбой, высиживание яиц, стирание колес, побег из тюрьмы, развитие цивилизации и трэша трэша. Stickman Ice Hockey – это веселый хоккей с приятной графикой и невероятно быстрым темпом игры. Выбирай одну из 46 команд и вперед на лед, ведь в хоккей играют только настоящие мужики. Так что будь мужиком, бля. В игре 4 режима игры, 4 уровня сложности и возможность поиграть с друзьями за ценные кубки. Только вот к управлению придется привыкнуть. Мое дело предупредить. В Mark of the Dragon тебе предстоит сражаться не за какое-то там золото или землю, а за настоящие яйца драконов. Отбирая яйца соперников, ты будешь ухаживать за ними как настоящая наседка, до того момента, пока из них не вылупятся настоящие драконы. Заполучив такое преимущество, ты сможешь нападать на владение друзей и врагов, зарабатывая яйца еще круче предыдущих. Объединяйся в гильдии, участвуй в стратегических и экшн-войнах, зарабатывай достижения и докажи всем, что у тебя самые крутые яйца. Ну, драконов. Reckless Racing 3 – это безбашенные гонки с крутой физикой, графикой и достойным интеллектом противника. Так что выиграть будет непросто. Пройди 60 карьерных гонок, открой 36 локаций и 28 автомобилей. Проходи разные режимы игры, открывай новые достижения. Побеждай противников не только скоростью, но и мастерством трюков и дрифта. War Escape – это поиск предметов, напичканный сотней головоломок и загадок. Твоя задача – выбраться из тюрьмы до начала войны, как настоящее сыкло. В игре реалистичная атмосфера и интересные головоломки. А как написал один из пользователей Play Market: «Класс, класс, класс, советую всем, а кто считает, что игра говно, тот сам такой, а еще ебанутый». Так что придется поиграть. Civilization Revolution 2 – это одна из самых масштабных и достойных стратегий на мобильные платформы, разработанная легендарной компанией 2K. Ты сможешь построить великую империю и развивать ее от начала времен до сегодняшнего дня, развивая экономику, политику, религию и науку, хоть у тебя еще и молоко на губах не обсохло. В игре замечательная графика, огромные возможности и многочасовой геймплей. Ну и приступим к трэшу. Любишь пить чай и симуляторы? Тогда симулятор чайника не для тебя. Никакого чая не будет. Ты просто будешь наблюдать несколько минут за тем, как закипает чайник. После чего тебя поздравят с успешным окончанием игры. И все. Из него не выпрыгивает карлик. Он не превращается в трансформера. Не поет известные хиты и не учит тебя жизни, если ты приходишь в час ночи. Он просто закипает. Но если по каким-то причинам у тебя нет электронного чайника или ты собираешься его приобрести, то настоятельно рекомендую поиграть в эту игру. А на этом у меня все. С тебя подписка, лайк и готовые уроки. Ты же не хочешь, чтобы тебе запретили играть в игрульки. Так что делай уроки, блядь. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи!